Привет всем моим пусикусам, а также всем тем, кто впервые наткнулся на этот чудесный розовый канал. Не пугайтесь, это все так же я, просто я без тональной основы, потому что именно сегодня у меня появился замечательный сведущий. Да, да, я его даже обвела, чтобы было максимально четко видно. Собственно, этот лайфхак посвящен именно ему. Хочу развенчать миф, стоит ли давить прыщики или не стоит. Отвечу по-философски. Если у вас нет профессионального диплома косметолога и специальных для этого инструментов, руки прочь от лица. Честно, не надо, потому что вы занесете инфекцию, прыщ воспалится, плюс какие-то козявочки попадут в микропоры, и в итоге, когда прыщ пройдет, у вас останется такой темный пигментик, пятнышко. Зачем это вам? Поэтому руки прочь от лица, если вы не дипломированный косметолог. Но если у вас есть прыщи, и вы хотите их убрать, сейчас я вам расскажу простой способ. Способа два. Первый способ, как убирать прыщи с лица просто, быстро, дешево, эффективно и бесследно. И второй способ, как убирать прыщи с тела просто, дешево, легко и эффективно. Что нам нужно в случае с лицом? Нам нужно раствор салициловой кислоты, 2%. Его можно приобрести в аптеке. Главное, не роняйте, баночка из стекла может разбиться, и храните в темном прохладном месте. Собственно, это изначально понятно по темному цвету стекла, что не надо подвергать яркому или солнечному свету. И второе, что нам нужно, ватные палочки, их тоже можно купить или в аптеке, или в магазине. Это набор для лица. Что нужно для избавления прыщей на теле? Конечно же, в главных ролях салициловая кислота, та самая, ну, что и с лицом. Ватные диски, тоже или в аптеке, или в магазине. И перчаточки, да, перчаточки. Если это видео смотрит парень и не знает, где достать такие чудесные перчаточки, он может не запариваться, просто купить перчатки для мытья посуды, тоже или в хозяйственном, или в обычном магазине. Сейчас практика и мой соведущий в этом ролике мне в этом поможет. Практика заключается в том, мы открываем салициловую кислоту, берем чистую ватную палочку, макаем ее. Желательно, конечно, первую процедуру проводить на вымытое, распаренное лицо, чтобы поры раскрылись и салициловая кислота попала непосредственно в сам прыщ, потому что она оказывает подсушивающее и дезинфицирующее свойство. И вот этот вот гнойчик, который внутри прыщика, он получается высохнет изнутри, и через 2-3 дня от прыща не будет следа. Вам нужно будет просто вот эту корочку, которая подсушилась, отскрабировать или отпарить, и все, вуаля, нет ни прыща, ни следа от него, не давить. Мы это поняли, не давить. И показываю, ватной палочкой макаем. И вот так вот точечно прижигаем. Почему именно точечно, да? Потому что салициловая кислота оказывает подсушивающее свойство, и если вы все лицо пройдетесь ей, не, если у вас, конечно, акне или много-много прыщей, то тогда, да, у вас нет выбора, вам придется все лицо ей пройтись. Но если у вас лицо чистое, только есть несколько прыщей, лучше делайте это точечно, иначе у вас будет такой легонький эффект химического пилинга. Не летально, не смертельно, и все это обратимо,
Но зачем вам пересушивать здоровую кожу? Ваша задача именно устранить прыщик легко, просто и вот так вот подсушивающе. Просто слегка придавливаем, держим, буквально там считаем 1, 2, 3, 4, 5, отпускаем. И в течение дня просто, ну, раза 3 вот так проделайте, и все. В течение 3 дней, ну, плюс-минус день-два, то есть в зависимости от индивидуального, как бы, оборота вашего организма, прыщик уйдет, и следа не останется. Кожу отскрабируете, отпарите, и вуаля, чистая кожа. В случае с телом нам нужны более такие масштабные меры. Мы не можем на теле, допустим, вот так точечно каждый прыщик, поскольку за зиму в свитерах, свитер на свитер, куртка на куртку, конечно, у нас уже к весне появляются прыщики, но у меня их пока нет, но появляются прыщики, и не будем же мы прыщавыми ходить, надо с этим бороться, и мы делаем как? На теле. На теле мы их тоже не давим, потому что нам не нужны черные такие пятнышки. Прыщик ушел, пятнышко осталось, но это ж не дело. Нам нужно более массовое орудие поражения прыщей. Для этого мы берем ватный диск, но перед этим мы надеваем перчаточку. Надеваем перчаточку, берем ватный диск, смачиваем его салициловой кислотой и прижигаем, где есть прыщики на теле, или вот так придерживаем, или протираем. Но желательно тоже протирайте именно те участки, где у вас обильное поражение прыщей. Здоровую кожу не надо пересушивать, просто подсушиваем прыщик, устраняем из него инфекцию. И, собственно, этим маневром, собственно, прыщик и уходит. Ничего никто не давит, не чешет, не ковыряет. Просто смачиваем салициловой кислотой и придерживаем. Почему я предложила на теле делать это все в перчаточках? Потому что на лице мы точечно прижигали ватной палочкой, только одним кончиком. За один держимся, другим прижигаем. И пальчики чистые. В случае тела мы берем ватный диск, он смочен, и вольно-невольно у вас подушечки пальцев тоже будут в салициловой кислоте. Это не смертельно, это не летально, не больно, но неприятно, когда вы посмотрите на свои подушечки пальцев, если вы обрабатывали тело ватным диском без перчаток, ваши подушечки будут слегка такие беленькие, и вот такое вот ощущение шершавенькое, как будто вы что-то клеили суперклеем, и частички суперклея остались на ваших пальчиках. Это больше такое неприятное ощущение. Оно пройдет через 2 дня тоже без следа, поэтому, чтобы избежать пережженных подушечек пальцев, надевайте перчаточки и смело ватным диском 3 раза в день протирайте или прижигайте прыщики на вашем теле. Также во многих марках я могла обнаружить салициловую кислоту, ну вот раствор салициловой кислоты в виде такой баночки с ватными дисками, которая смочена этим раствором. Как бы да, но эти наборчики обычно стоят 600 рублей, а то иногда даже больше, в зависимости от бренда. Зачем платить 600, если можно дойти до ближайшей аптеки и просто купить вот такую вот невзрачную, безбрендовую бутылочку салициловой кислоты и отдельно ватные диски или ватные палочки, и у вас все получится. Спасибо за ваш просмотр. Не забываем поддерживать большими пальцами вверх маленького бьюти-пусикуса и ее сегодняшнего соведущего. Да, похлопаем, похлопаем. Этот прыщик
помог записать это видео, которое, я надеюсь, поможет многим справиться с прыщиками. Да, да, он пал во имя великого блага. Поэтому не забываем поддерживать лайками. Также подписываемся на мой канал и ставим колокольчик, потому что мои видео выходят в регулярном режиме через день. И через день вы сможете заметить, что прыщика нет, кожа чиста и без следа. Ну, за исключением потраченных 30 рублей на эту бутылочку. Но вы понимаете. Поэтому всем спасибо, всех люблю, всех целую. И не забываем писать в комментариях, насколько вам помог мой совет. И, может быть, вы уже знали об этом. Поэтому пишите в комментариях. И всех люблю.